Коллектив театра-студии «Образ» Курганской епархии подготовил очередную постановку, но в этот раз с младшим составом. О чем хотели рассказать зрителю авторы кукольного спектакля с необычным названием, смотрите в следующем сюжете. «Цена человека» или «Два видения принцессы Капризетты» – таково название детского спектакля на взрослую тему, вечную тему отношений отцов и детей. Это сказка в целом о силе слова, о том, как мы своим словом можем повлиять на человека или возродить его к жизни, настроить на какой-то добрый лад или просто уничтожить, потому что говорят, где было слово, там и ножа не надо. А еще это сказка о преображении человеческой души. Вредная капризная принцесса довела своего отца до того, что он выгнал ее из дворца. Скитаясь, она увидела чужую боль и свои пороки. Тем временем король отправился на поиски принцессы и нашел уже совсем другого человека, которому пришлось немало пережить. Узнала горе вкус и царское презренье. Вкус радости теперь познала я блаженный. Создателю хвала за эти испытания. Ведь доченька моя познала покаяние. «Капризетта» – не первая постановка молодого театра. В этом спектакле участвовали и совсем малыши, и дети среднего возраста, и особенные ребята, которые во многом подросли уже во время подготовки спектакля. Мне больше понравился кукольный театр, потому что я его просто обожаю, играю с куклами дома. Это поваренок, капризетин поваренок. А какой он, расскажи, по характеру? Он добрый, улыбается. Автор идеи Маргарита Терновская написала эту сказку для своих детей, чтобы поменять ситуацию в семье. Идею подхватила художественный руководитель театра-студии Валентина Игнатьева. Творческий результат – глубокий поучительный спектакль для детей и взрослых. Ты ведь словом, как стрелою, можно сердце поразить. Давай. Очень позитивный, наглядный, добрый спектакль. И очень многому учит. В первую очередь, не знаю, когда моей дочери с возрастом еще маленьким, но для меня очень многое он дал. Увидеть спектакль смогут все желающие совершенно бесплатно. Ближайшее представление пройдет в здании епархиального управления 2 июля. Епархиальный театр студии «Образ» уже подготовил за год своего существования три постановки. Это «Русский крест», рождественский спектакль «Морозко» и вот третий – это уже кукольный спектакль. То есть, пускай он и самодеятельный, наш театр, но он приобретает популярность, известность в Зурале. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии для телеканала «Союз».